сделал вот такие ручки на дверце, на это кольцо, на крышку поддувал, и на вторую такое же кольцо. Кольцо сделал, труба у меня была из нержавейки. Вот надо только облой этот фрезой подрезать, зачистить, можно приваривать. Обрабатывается она, конечно, не очень легко, эта нержавейка, похуже, чем сталюга. Даже жалко фрезу, но ничего, обрабатывается. Приварил полуавтоматом на обычную углекислоту. Думал, что проблемы будут, ни разу не пробовал. Когда смесью варишь, нержавейка в чернине нормально варится, а вот с углекислотой первый раз. Ничего, приварилось. Зачистим, когда буду красить, замотаю это скотчем, колечко или изолентой, чтобы оно выделялось на фоне покрашенной в черный цвет печки. Вообще, мне не очень сильно нравится, как выглядит это кольцо. И ручки я эти сделал подлиннее только потому, что, может быть, после испытаний проверю, как будет тут нагрев, сильный, не сильный, может быть, сделаю там деревянные какие-то балдажники. А может, не буду, оставлю это под кочергу, и тогда я сделаю их, эти ручки, короче. Ну, не знаю, как это будет смотреться. В замысле это у меня выглядело в мыслях гораздо лучше, чем выглядит вот сейчас с этим кольцом. Вот. Пока оставлю так. Приварил последнее колечко на крышку поддувала. Нашел кусок трубы. 1/2 дюйма, по-моему. В общем, что под руку подвернулось. Гну ручку теперь для печки. Вот что у меня получилось. Сейчас вот здесь вот болгарочкой отрежу прямо по краю стола. Можно варить. Все, финал. Сварные работы закончены. Осталась только покраска. Получилось увесистая. Но в походу мы ходить с ней пешком не будем. В машине привез, поставил и готовишь. Значит, уши такие сделал с одной и с другой стороны, чтобы можно было палочками или кочергой, ну, двумя палочками взял вдвоем и перенес ее в тот момент, когда еще угли не догорели. Или, может быть, цепи подцеплю сюда, будут болтаться. За цепи взял, поднял, перенес. Вот. Ручка такая получилась. Ну, ручка как ручка, ничего особенного. Ну, еще по насадкам можно тут будет разные делать. Вот эта насадка у меня делалась для коптильни. А если ветром все-таки будет ее задувать со сковородкой или с казаном, то я, скорее всего, сделаю еще одну, в которой будет свастикой такой, полусферками закручена, и от ветра будет защищено. В общем, увидите. Но это уже весной. Все, покраска и испытание. Скоро сниму, как буду испытывать. Только что в подъезде покрасил печку. Вот она в уголке за мусоропроводом стоит. Да простят меня соседи. Вот она, черненькая. Так, ну что ж, пытаемся испытывать печурку. Вроде горит, не знаю, что получится. Пока жары нет, еще не вошла полностью в ракетный режим. Красота, смотри, на фоне городских огней вообще просто супер. Такая съемочка классная. Уже заскворчало маслице. Топится все. Ой.
не то чтобы превзошло все ожидания, но более-менее. Более-менее. Правда, ветра нет. Ее бы еще при ветре испытать. Но тут в процессе готовки все равно придется играть с крышками поддувала, загрузочной камеры поиграться придется. Но в целом работает машинка. Сейчас видите, поддувало вообще закрыто, тяга через загрузочную камеру.